Всем привет! Сегодня 24 октября, я начинаю подготавливать посадочный материал чеснока к высадке. В первую очередь я беру однозубку чеснока, посадочный материал, замачиваю в растворе гумата калия. Да, в этом году приходится в раствор добавлять фунгицид для протравки чеснока от фузариоза. В этом году у моих соседей очень много, даже не у одних, а у большинства соседей, чеснок пострадал от фузариоза. Почти весь урожай сгнил прямо в земле. Поэтому я решил в этом году свой чеснок обработать фунгицидом. В прошлые года я обрабатывал чеснок только гуматом калия. Замачивал чеснок в гумате калия. Сейчас я уже начал немножко переживать, и поэтому я буду, кроме гумата калия, использовать фунгицид, который поможет справиться с фузариозом. Чеснок в растворе замачиваю в течение 2 часов. Затем мне необходимо разделить чеснок на фракции. У меня есть 3 ящика. В одном ящике ячейка 2 сантиметра, во втором ящике ячейка 1,5 сантиметра. Есть 3-й ящик. Там совсем мелкая ячейка, через которую уже ничего не высыпается. Просеяв чеснок через ящики, через 2 ящика с различными ячейками, у меня получилось 3 фракции. 2,5 сантиметра, 1,5 сантиметра и 1 зубочка размером не больше сантиметра. Да, можно было вначале просеять чеснок, то есть разделить на фракции, затем его замочить. Тогда необходимо различные 3 емкости. Сеточки или мешочки и замачивать. Мне удобнее было вначале замочить, потом разделить на фракции. Теперь свой чеснок я в ящиках просушу на солнце. Как только он просохнет, я его тоже буду высаживать в грунт. Рядки я подготовил заранее, делаю рядки я мотоблоком, занимает очень мало времени, приблизительно 2 рядочка, у меня длиной 80 метров, я делаю за 5 минут, может быть даже меньше, я не замерял, с какой скоростью едет мотоблок. Все, рядки готовы, чеснок просох, сейчас я его буду высаживать. В этом году я решил увеличить расстояние между растениями. Я буду высаживать на расстоянии не меньше 12 сантиметров. Между рядками расстояние 30 сантиметров. И тропинку я увеличил до 60 сантиметров. В нашем регионе очень сильно буйствует ржавчина. Я думаю, что если уменьшить расстояние между растениями, они будут лучше проветриваться, и ржавчина будет меньше повреждать листья чеснока. Да, и меньше понадобится удобрений для того, чтобы вырастить крупную луковицу. Будет увеличиться зона питания, тем самым будет необходимо меньше удобрений.
Глубина посадки около 5 сантиметров. У нас зимы теплые. В принципе, если даже чеснок у меня остается на поверхности земли и укореняется, он не вымерзает.